Расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего впечатлило в конкурсе? Наверное, количество концертов, которые нам предоставляют организаторы этого конкурса. Не два, не три, а целых четыре. Вот. То есть ты прям почувствовала себя настоящим гастролирующим музыкантом? Да, вот это, мне кажется, к этим эмоциям и к этим чувствам очень многие артисты идут с трудом и очень долгое время. Вот, а у нас сейчас и здесь. Тебе понравилось выступать с оркестром, да? Да, мне понравилось не то, что выступать, мне понравилось быть солистом. И понравился сам процесс вот, выступления. Какие дальнейшие планы по жизни, по музыке? Учиться, играть, выступать еще.